Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Ля тударра валидатум биваладиха, валя маулюдун лаху биваладиха». То, что не должен, хорошо, то есть не должна, это касается что? Мужчин, женщин, которые развелись. Что человек, женщина не должна, хорошо, то есть мать не должна своим ребенком как-то вредить своему мужу, и наоборот, муж не должен детьми вредить своей субхану, и это удивительно, то есть «Илля ман рахим Аллах», кроме тех, кто, над кем смилостивился Аллах Субхану Тааля, дети, как будто бы какой-то товар субхану, как будто это не человек вовсе, специально, то есть его оставляет у себя мать, чтобы что? Лишь бы навредить мужу, вот назло тебе там и так далее. Даже некоторые обращаются, хорошо, то есть суды тагутов, кафирские суды и так далее, для чего? Для того, чтобы как-то взять себе, то есть право на ребенка и так далее, в то время как не имеет на это права, например, и так далее, или же чтобы не мог приблизиться отец, на каком основании не может приблизиться отец к своему ребенку? Этот ребенок носит его имя, его фамилию, на каком основании он к нему не приближается? Или же на каком основании ты, о раб Аллах, запрещаешь, говоря, что у нас в обычаях не принято? Это мать ребенка, она его рожала, не ты его рожал, не ты его 9 месяцев хорошо таскал в себе. И поэтому, то есть человек, если, опять же, нет какого-то определенного известного вреда с одного из, то есть со стороны одного из родителей, как, например, отец, например, многобожник, пьяница какой-нибудь и так далее, который известен там тем, что он, то есть, испортит этого ребенка и так далее, это совсем другой вопрос. Но когда у нас основа, что этот мусульманин, о, да, конечно, это скажет, да, он там такой, а этот скажет, а она там такая-то, сякая-то и так далее, это, на это не должен кады смотреть, и не должны, они должны бояться Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы не желали они путем этих детей как-то навредить друг другу и так далее, и тому подобное. Валлаху.